Оружие победы – итальянская машина для опрыскивания. Средство борьбы – гербицид «Ураган». Это оборудование, по словам представителей областной карантинной инспекции, позволяет практически полностью уничтожить амброзию. Главное – проводить процедуру несколько лет подряд, ведь в почве еще много запасов семян. Гербицид проникает в корневую систему и убивает ее. А когда косят, корневую систему не повреждает, и она растет еще больше. Амброзия, которая обработана в этом году, уже не дает отрастания, не дает, естественно, пыльцы, не дает семян. Все, растение умерло. Специалисты считают, что разовое использование химикатов эффективнее и дешевле, чем просто выкашивать растения несколько раз за сезон. Обработка одного гектара обходится в 2000 гривен. Косилками всевозможными получается намного дороже. Я на сегодняшний день не знаю расценки, но по прошлому году были намного выше. Но пока о планомерном уничтожении амброзии речи нет, говорят в инспекции. Есть областная и городская программы борьбы с этим растением, но денег в этом году власти выделили минимум. При этом, по мнению руководителя инспекции, нынешним летом ситуация не такая критичная, как прежде, благодаря проделанной ранее работе. В прошлом году хорошо поработали, в позапрошлом году ситуация была критичная. То есть люди ночами массово обращались в медучреждения для оказания им помощи. В прошлом году такого не было массового наплыва, в этом году тоже пока нет. Главная задача инспекции – выявлять и наказывать штрафом ответственных лиц, допускающих на своей территории расцвет амброзии. Но зачастую участки, где находят вредное растение, сразу становятся бесхозными. Администрации, предприятия, которые находятся на этой территории, начинают перебрасывать эти территории друг к другу. То есть искать, кто все-таки хозяин, очень проблематично. На сегодняшний день только в городе, по оценкам специалистов, обработки требуют около 300 гектар. Со своей стороны карантинной инспекции удалось изыскать в собственном бюджете 80 000 гривен для опрыскивания химикатами 40 гектар в 5 районах Запорожья.